почетные зрители, ветераны войны и труда, заслуженные труженики ЦБК. Этого концерта они ждали давно, оттого в зале не было пустых мест, а в адрес приезжих гостей звучали продолжительные овации. Песни в исполнении Северного русского народного хора многие зрители помнят еще с детства. Я же знаю этот хор, что когда Колотилова была, я же помню уже с того времени. И он, мне кажется, не изменился, что такой же. В общем, у меня впечатление хорошее. Наши же русские песни все северные. Как не любить их? Вы сами видите, полный зал. Такое рукоплескание. Так что думаю, что все будут очень довольны, все очень радостные. И очень спасибо, что за такой подарок нашему городу. Со сцены звучали не только всеми любимые русские народные песни, но и шенкурские заковырки, каргопольские частушки, исполнялись пинежские народные танцы. Северный русский народный хор буквально приковывал внимание своей близостью к традициям русского севера, многоголосием и строгостью стиля. Свои 85 лет Северный русский народный хор решил отметить грандиозным юбилейным турне, в том числе и с гастролями по югу Архангельской области. Путешествуют они полным составом, а это 60 человек. Мы планировали сделать концерт именно в День пожилых людей, в Международный день музыки, как открытие творческого сезона. Приезд в Коряжму, конечно, для нас символичный, потому что в этом году мы отмечаем свой юбилей 85 лет со дня образования и Котласскому ЦБК 50 лет. И эта поездка была запланирована давно, и усилиями многих людей она все-таки состоялась. И мы видим, что полный зал, поэтому мы так понимаем, что нас здесь ждали. Следующий пункт в гастролях – это большой концерт в Архангельске, а затем коллектив выступит в Москве. Северный русский народный хор – единственный на северо-западе России высокопрофессиональный художественный коллектив. Спустя 85 лет он по-прежнему является гордостью страны и остается любимым в Поморском крае.